Всем привет, с вами Дизик. Я помешался на инди-игрушках, я это знаю. Но извините, но в последнее время игры, которые выходят, большие, массовые, скажем так, они не то что не блещут оригинальностью, они фиговы в оптимизации, они фиговы в геймплее, они даже сюжетом, хотя сюжет не так уж и важен на самом деле для игры, потому что как бы ты играешь в игру, то есть геймплей важнее, чем сюжет. Хотя сюжет это всегда приятно, но геймплей важнее. Знаете, если вы хотите сюжет, то почитайте книгу, например, или фильм, просто такой вот, посмотрите какой-нибудь. Вот, в общем-то, хочу показать игрушку, которая называется The Way of Life. Игрушка, кстати, есть в Steam, она как раз-таки вышла в Steam, сейчас посмотрим. Так, втянусь, так, руководство. В общем-то, тут, к сожалению, всего 3 уровня, но, думаю, разработчик будет, так сказать, поддерживать эту штуку. Можно открыть центр сообщества. Возможно, да. В центре сообщества будет примерное описание, да, вот The Way of Life. В общем-то, тут 3 персонажа, будут так объяснять немного постепенно. В общем-то, The Way of Life, давайте ты как на человечка. То есть человек такой, вроде как обычный человек, то есть взрослая жизнь, вот так вот у нас графика, конечно, такая так себе. Но, в общем-то, да и геймплей на самом деле не очень. Но смысл, там задумка какая-то, так немного настрою мышку. В общем-то, что, люди идут все на работу, то есть все идут, нужно так аккуратненько пройти, так, не мешайте мне. Правда, почему-то не без руки, непонятно почему. Вот, но, в принципе, все понятно, то есть молодые люди, они очень амбициозны, они всегда идут вперед, они всегда, вот, как-то даже не уступают дорогу. Да ну, прекрати, что ты делаешь? Прекратите. Как мне отсюда выйти? Погоди, серьезно, ребят, что-то как-то... Что-то тут не так, как можно... Ну, так, стоп, нет. Ну, блин, они серьезно, они толкают, они сквозь стены проходят. Ну, вот это амбиции просто. Вот это молодежь, я просто понимаю. О, боже мой. Хотя, мы все... Да ну что вы такое? Что вы издеваетесь, что ли? Я не могу быть таким толстым. Это же персонаж нормальный, вроде как. Он такой же, как вы, ребят. Такой же, как вы. Все хорошо, не надо его так толкать. Серьезно, просто берут так двумя руками и выталкивают. Вот, в общем-то, смысл пройти просто... Боже мой, я на первом уровне уже запарываюсь, как-то у меня все очень плохо. Ладно, в общем-то, так, давай, дошли. Так, и давай, дверка открывается. Боже мой, дверка открывается. Текстуры почему-то, кстати, похожи на мятую бумагу. Не знаю, с чем это связано, но, в принципе, прикольно. В общем-то, доходим быстрее, и вот, собственно, мы пришли в офис, как любая молодежь. В общем-то, теперь покажем вам старичка. Что с нами происходит, когда мы становимся старыми? У нас падает, конечно же, зрение. У нас падает все, то есть мы как-то становимся слабее, что ли. И нужно ей проявлять больше внимания. То есть стариков уже меньше становится, все они стоят, как-то ждут чего-то так. Ну ты давайте проезжайте, я так... Ну проезжайте. Так, давай, еще раз, так, давай. Потому что я знаю то, что они могут вас сбивать. Так, хорошо, проехали. Остановитесь. Спасибо вам, спасибо. Вы хорошие люди. Хорошо, переходим дорогу. О, боже мой. I'm feeling weak. I need to rest a little. В общем-то, нам нужно немного присесть, потому что нас дальше, да, не пустит. Да, круто. Интересно, как мы будем приседать. Ну, давай попробуем присесть так. Или ты просто посмотрел на скамейку. Как на тебя присесть? EF. О, боже мой. Ты уже умер, что ли? Ты призраком стал? Да нет же. Наверное, уже можно пройти. Так, ладно, будем смотреть. Тут, знаете, такой плавный скан. Так, не, ребят, проезжайте. Я знаю фишку, эту штуку, то, что вы давите. Я пытался уже пройти перед видео. Так, давайте еще. Ну, давай, проезжайте. Потому что эти машины конкретно вас давят. Особенно, если вы очень медленно идете, хотя вы априори медленно идете, потому что вы вот-вот-вот-вот-вот-вот задавили. Просто взяли, задавили старика. Вы негодяи просто. Как вас еще назвать? Вы просто не то, что негодяи, вы очень плохие люди, ребят. Так не нужно поступать. Всегда уступайте дорогу. Тем почти это в ПДД прописано даже. Хорошо. Присяду. Ох. Так, ну давай, приседай. Это, конечно, такая графика сепи такая. Ну давай, садись. О, хорошо, присели. Так, плавная камера просто это. Давай, все, хорошо. Давай, пропусти меня, пожалуйста. Все хорошо. Эх, старость не радость, в конце концов. Ну, мы прошли, собственно. И теперь самое веселое, маленький мальчик, то есть детство, ребят, полное детство. Тут все как в реальности просто. Все как во сне. Драконы, которые летают туда-сюда. О боже, этот прыжок странный. Опа, нужно тут аккуратненько следить, чтобы этот дракончик... Ай-яй-яй-яй-яй, не задел.
Не задел, не задел, не задел, не задел. Блин, конечно, так прыгает очень странно. А! Все, ладно, в лаве сгорел. Черт, какая-то жестокая игрушка, дети тут в лаве горят. Ну ладно, мы это переживем. Ладно, так, тихонько, аккуратно, я видел дракона. Это не наркомания, это я действительно видел дракона, который чуть меня не сбил. Только что, буквально. Так, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А, хорошо. О, пончик, пончик, это хорошо. Пончик, это хорошо. В общем-то, вот такая вот игрушка, на самом деле. Очень небольшая, но она имеет некий смысл. То есть показывает разницу поколений и как видят мир дети, как видят его, не знаю, молодые люди. Так сказать, зрелые молодые люди, что ли. Хотя это не зрелые, наверное, от всех 20 лет, наверное, когда уже кто-то работает, что-то делает. Всегда не спешат в офис, что-то делают. И, конечно же, старики, которые... Им сложно все делать, особенно... Я даже не знаю, они без рук почему-то, только это какая-то просто дискриминация, серьезно. Только у маленького мальчика есть руки, возможно, в этой вселенной, в процессе эволюции у вас руки отмирают. Ну ладно. В общем-то, на этом у меня все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео, надеюсь, вам понравилось. Вот, на этом у меня все. Всем спасибо, до скорых встреч, всем пока.